О важности транспортного арктического коридора говорил и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. В своем докладе о положении дел в регионе он отметил необходимость создания крупнейшего логистического узла в округе и подчеркнул, что без строительства железной дороги с выходом к Северному морскому пути прорыва не получится. Дорогие ямальцы, мне приятно сообщить, что в конце октября этого года на федеральном уровне принято историческое решение о строительстве железнодорожной магистрали Надым-Салехард. Мы долго к этому шли. Итоговую концессионную схему правительство России должно утвердить в ближайшие месяцы. Мы приступаем к проектированию и затем переходим к строительству. Значимым продолжением проекта станет создание железнодорожной линии Баваненкова-Сабета. Это те самые 170 километров, которые выведут северный широтный ход к Северному морскому пути. Твердо убежден, проект «Северный широтный ход» носит прорывной характер не только для нашей территории, но и для России в целом. В продолжение Дмитрий Кобылкин добавил, что договоренность глав государств России и Китая о реализации проекта «Один пояс, один путь» с вовлечением Северного морского пути представит совершенно новые горизонты для многих стран мира.